Пожар оставил без школы село Слобидка в Острожском районе Рівненської области. Уцелели только стены. О возгорании стало известно в 9 часов утра. Когда по вызову приехали спасатели, огонь охватил всю крышу здания и успел проникнуть в помещение. Тушили пожар больше 4 часов. На помощь рівненським спасателям прибыли коллеги из Хмельницкой области. Одноэтажное здание выгорело полностью со всем имуществом и мебелью. Учеников придется перевести в другие школы района. Сумму убытков еще подсчитывают. Негайно было направлено два отделения на автоцистернах на чолі с керівником, начальником частини. Прибывши по місце виклику, вогнеборці провели розвідку та встановили, що пожежа охоплена весь дах школи по периметру. Зі слів очевидців було встановлено, що пожежа виникла задовго до моменту повідомлення на лінію 101.